В столице встретились молодые специалисты группы компании «Казмунайгаз». Руководители предприятия и эксперты поделились с молодежью опытом. Слет молодых специалистов группы компаний «Казмунайгаз» проходит четвертый год подряд. 200 человек из разных регионов страны съехались в столицу, чтобы познакомиться друг с другом поближе, обменяться опытом и поделиться планами на будущее. Именно на молодежь компании возлагают большие надежды. Наша задача сейчас охватить по максимуму всех, кто у нас есть в группе компаний, донести до каждого ту работу, которую мы проводим, и чтобы они дальше ее распространяли. Мы встречаемся со студентами, встречаемся со школьниками. Это будущие наши работники. Главным мероприятием стала панельная сессия «Нефть будущего». Эксперты отрасли представили участникам свое видение современных тенденций развития нефтегазовой отрасли в глобальной системе энергообеспечения страны. Молодые люди в неформальной обстановке могли задать вопросы министру национальной экономики Казахстана Тимуру Сулейменову и председателю профсоюзного объединения работников нефтегазовой отрасли Султану Калиеву. Кроме того, участники посетили международную выставку «Астана-экспо-2017». Главная польза, на мой взгляд, это установление дружеских отношений, чтобы мы могли не только вариться в своем котле, в своей отдельно взятой дочерней компании, но чтобы мы могли обогащать свое взаимодействие. В настоящее время в группе компаний «Казмунайгаз» работает 17 тысяч молодых специалистов. Это около 20% от общего численного состава. 5% молодых работников группы занимают руководящие должности. Татьяна Ковалева, Санжар Жартиев, Азамат Саметов. Итоги дня.